Вот, ребята, сейчас с вами посмотрим семейку. Около 70 часов назад давал им вощинку. И вот мне интересно, что тут получилось. Так. Сейчас мы поглядим с вами. Вот, помечена рамочка. Сейчас мы глянем. Интересно, начинают они ее осваивать или нет. Так. Это своя вощина обычная, гладкая. Вот, видите, потихоньку начинают они отстраивать. Это хорошо. Все, не будем их трогать. Через недельку посмотрим, какой будет результат. Вот за 72 часа вот так они начинают оттягивать. И такие вот дела. Вот, ребята, снимаю опять эту семью. Прошло уже 4 дня. Вот. После того, как я вам первый раз показывал, как они оттягивали вощину, они слегка вначале пробовали. Сейчас с вами посмотрим. Вижу уже мостики тут есть. Это специально для диванных. Специалистов пишет, не надо ставить, они не оттянут. Что ты делаешь, что еще? Вот, как они отстроили. И уже даже ячейка, вот есть и пчелиная. Если пчелиная... Вощина им надо, точнее, если им надо яйцо пчелиное, вот посмотрите, то будет даже и, грубо говоря, и личинка. Ну вот, должно вам видно быть, сейчас буду пробовать показывать. Личинка есть, маточка засеяла, вот. С двух сторон. И тянет, и все будет не только трутневые, но и пчелиные соты. И вот так они потихоньку строят вощинку. Вот за 4 дня вот так отстроили, засеяли. Точнее, засеяла маточка. Так что, кто хочет пробовать делать простую вот такую вощину, пускай кустарным способом, знайте, что она работает, и пчелы ее осваивают нормально. Вот такие вот дела. Сейчас обратно ставлю. Сейчас около 2 часов. Лед более-менее нормальный. Температура где-то 15 градусов на улице. Вот такие вот дела. Не забываем ставить вот такой палец кверху.